арыбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр радио угармандар республикалык штабдын пресс борборунда бишкек шаарындагы бүгүнкү күнгө болгон абал кырдаал тууралуу маалымат берүү үчүн кыргыз республикасынын ички иштер министринин орун басары бишкек шаарынын коменданты орозалиев алмаз кыдырмаевич маалымат бермекчи бүгүнкү брифингти түз ободон лтр ктрк ала тоо жыйырма төрт пирамида бешинчи канал облустук медиа борборлордон ош тв ЛФМ, Биринч Радио, Кыргыз Радио, Суминка ЛФМ, Марал ФМ Радио Лорнан, Фейсбук там Крыгыз Социальное правительство, Биринч Радио, Барахча Ютуб Тан, ЛТР Канал Нандаг, Мунас Хавар, Кавар, Маумат Агенты Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба а, об, а, об, эпидемиологической, а, извиняюсь, а, об Ситуация в городе Бишкек на сегодня а, нам расскажет а, заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек, а, Розалиф Алмаз Кадрмач. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, АЛАТО-24, Пирамида, Пятый канал, а, областные медиа-центры, ОШТВ, на радиостанциях ЛФМ, Беренчи радио, Кыргыз радио, Суменка ЛФМ, Морал ФМ. А, на YouTube канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Крызюк, социальное правительство

ар кандай тартип бузуулар боюнча жүз протокол түзүлгөн милиция кайгыл күзөт кызмат тарабынан райондук ички иштер башкармалыгына отуз алты жаран жеткирилген анын ичинен жыйырма эркек он алты аял алардын ичинен кыргыз республикасы бузуу кодекс кодексинин 62-нчи беринеси негизинде бир жаранга протокол түзүлгөн. Андан тышкары жол эрежесин бузган жарандардын саны 116. Комендантталыкты бузган үчүн 57 жетті жеткирилген, анын içinde 44 еркек 13 аял. Анын içinden дагы 8-7 өлкүлүк жарандар Крыс коннсультциялық мыйзамды 28ін беренесіне ылайық эллі жете протокол түзүлгөн. Жалпы қармағандар бардығы комендантский сат бұзған үшін 2009інен еркектер 1829 Аялдар 280 жашы жетелектер 13 жет өлкүн жарандары9 кыргыз республикасынын конституциялык мыйзамынын жыйырма сегизинчи беренесине ылайык баардыгы болуп бир протокол түзүлгөн бүгүнкү күнү урматтуу жарандар ошондой бишкектин аймагында ошондой кырдаал болууда вот уважаемые здравствуйте уважаемые жители столицы хотел до вас довести оперативную сводку На сегодняшний день на территории города Бишкек за, за различные виды правонарушений были доставлены 64 граждана, было составлено 139 протоколов, со стороны значит, управления патрульной службы милиции было задержано 36 граждан за различные правонарушения из них 20 женщин 20 мужчин 16 женщин за нарушение правил дорожного движения было значит составлено 116 протоколов вот. за нарушение комендантского часа было задержано значит, 57 граждан из них 44 женщины 13 прошу прощения 44 мужчины 13 женщин в том числе 8 граждан иностранных государств. Было составлено 57 протоколов согласно статье 28 конституционного закона ОЧП. За весь период режима чрезвычайного положения было задержано 2109 граждан, из них 1829 мужчин 280 женщин. 13 несовершеннолетних, а также 59 граждан других государств, иностран, иностранцев. Согласно значит, 28 э, статье Конституционного закона э, составлено 1996 э, протоколов, протоколов э, на штрафстоянку во дворе 174 автомашины. Уважаемые граждане города Бишкек, еще хотел бы раз обратиться к вам отнестись к нашим рекомендациям с большой ответственностью. Вчера, сегодня наблюдается большое скопление людей, особенно в парковых зонах, особенно в южных районах нашего города. Еще раз вас призываю, не подвергайте себя и своих близких, а также окружающих опасности заразиться коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день ежедневно, ежедневно пополняется список заразившихся этим опасным недугом. Еще раз вас призываю с большой ответственностью относиться к рекомендациям правительства, республиканского штаба, а также комендатуры. Мы заботимся о вас, мы хотим, чтобы вы были здоровы, мы хотим, чтобы вы были в безопасности. Спасибо большое. кыргыз республикасынын ички иштер министринин орун басары бишкек шаарынын коменанты орозалиев алмаз кыдырмаевич бишкек шаарындагы кырдаал боюнча маалымат берди бүгүнкү биздин брифингти түз оводон лтр ктрк ала тоо жыйырма төрт пирамида бешинчи канал облустук медиа борборлордон ош тв биринчи радио кыргыз радиосу минхл м марал фм л фм радиолорунан ютубтан ЛТР-дің каналынан фейсбуктан кыргыз өкмөтү социальное правительство биринчи радионун баракчаларын ошондой эле кыргыз улуттук кабар агенттигинен дагы көрүп уга алдыңыздар көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат